Раз, два, три. А, вот. Да, привет. Вы что так поздно? С поезда же только что, видишь? Да, здорово. Будем болеть сейчас за тебя. Сейчас-то рано еще. Завтра давайте. У вас уже тихий час, похоже, да? Да, сейчас нас уже отключат, будем спать. Ну вот, Алеш, мы тут пытались туда прорваться, нас не пустили, конечно, к тебе на свидание, так что только тут. Ну, и так вот сегодня. Ты не можешь посмотреть куда-то в другую камеру, ты почему-то не на нас. В какой, сюда? Сюда? Или сюда? Алеш. Не видно. Глаз твоих не видно. Ты смотришь не на нас. А куда надо смотреть-то? Влево или вправо? Выше, выше и налево. Сюда? Нет, прямо, прямо. А, сюда? Да, отлично, да. Хорошо, ладно. Привет. Привет, привет. Что-то вы как-то долго... Как-то вы долго ехали. Как-то вот так вот получилось. Да? Как там девчонки вологодские? Отлично. Отлично? Все болеют. Все болеют? Да. Зачем болеть-то? Не надо, надо здоровыми быть. Все, весь, Алёш, весь все север... Все СМС-ки посылают, вся группа там вообще. Весь север России, Алёша. Хорошо. Здорово. Не Алёша, спим, не едим. Алёш, общем... Северодвинск весь за тебя. Хорошо. Подводный флот России за тебя, хорошо. Алёша. Морякам сказали всем? Моряки все за тебя, в общем... Все, хорошо. Весь флот. А вы что не спите-то? Как, за тебя болеем. Так завтра вы поболели. Билетов не дают. Все уже дали, на нас есть билеты, не волнуйся. На вас есть билеты? Ну, это самое главное. Ты понял, что троюродный брат придет, сам знаешь? Ну, я понял, да. Ну, вот, и какой-то еще Сережа. Ну, тоже троюродный брат. Ну, в общем, вот. Так что будет поддержка вот такая. Здорово. И 25 человек. Еще 25 человек в каких-то футболках с твоими там этими, не знаю, с фамилией, девчонки рвутся. Клево. 25. 25 их, пусть и 25-то. Ну, как получится. Там контрамарки доставай. Хорошо, но я-то не могу, к сожалению. Он не может же, это же у нас там как нас тут заперли. Нас тут заперли. Мы догадываемся, Алюшенька. Да. Вот. Ждем... Подожди, подожди, как настроение-то, скажи-ка. Нормально все, настроение, все хорошо. Да, сейчас только что говорил родителям кого? Дакоты, ты сейчас говорил совсем другие слова, мы слышали. Ну так это родитель Дакоты, ну что ты? А своим родителям ты говоришь, у тебя все хорошо. Ну вас увидел, и все хорошо стало сразу. Ну вот, видишь, слава Богу. Нельзя, не зря приехали мы к тебе, да? Ну да, не зря, конечно. Ну, как там на улице-то? Ой, вот такой мороз уже вообще. Мы стоим уже больше часа, тебя ждем. Да. Солнце наше. Вы с городом-то определились, где жить будете? А? С городом-то определились, где жить будете? Я не слышу. С городом определилась, где жить будешь? А, с городом. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Да, вы еще думаете пока. Конечно. Ну ладно. Я с тобой посоветовался. Хорошо. Ну ладно. Ну что, все три номинанта собрали чемоданы-то или как? Ну, все вроде да. Я что хочу сказать, вот дети-то там слушают, кроме тебя или нет, или все спать ушли? Ну, слушают, наверное. Вот я всем хочу сказать, что все молодцы, но проект очень жестокий между нами. Да, мама, слушай, ну хватит уже, это все знаем, все знают. Хочу сказать, что нужно, конечно, психологически. Я уже настроился. Вы у меня живете-то или где? Мы не знаем еще пока. То есть вы с чемоданами, что ли, сюда? Да, вот и стоят. Да ладно. У нас масса квартир. И там. И бабушка, дедушка нам освободили квартиру. Они куда ушли? И тетя нас ждет. Они на даче живут. А мы... На даче? Не холодно им там? Холодно. Котов стерегут все по-прежнему. Кошек пасут. Что они? Кошек пасут. Кошек. У них же две теперь кошек. Опять две? Опять две. Клево. Ну и твоя квартира, Лариса, нам же ключ принесла. Круто. Все, окей. Ну ладно. Лариса и мама, Алёша, не спим, не едим, забросили работы, все только плачем, мы с ней вдвоем уже на пару, так что вот так. А вот вы нашли друг друга. Мы с ней подружки с позавчерашнего дня, в общем, не разлей водой. Ясно. Да. Но она хорошая очень девочка, да? Ну, мне тоже очень понравилось, в отличие от некоторых, вот тут у младшего, я не советую дальше дружить. Про кого имеешь в виду? Ну, про... Слушай, ну ты вообще, Виталий, молодец. Есть кого, короче, да? Алёш, тут лимит это, нет времени, нет? Ну, не знаю, отключат вас, да и все просто, вот весь лимит. Когда надо? Ну, просто давай я тебе хочу сказать, что надо просто, конечно, морально, не только тебе, я имею в виду, всем очень тяжело. Независимо от того, когда, кто когда вылетит. Это мамулечка, это я так, это лучше тебя понимаю. Это не так важно, и поэтому завтра нужно, как Богу угодно, так и будет, понимаешь? И так я так и знаю. Ну вот, на все Божья воля говорят. Хорошо. С этой уже хорошо. Легче жить. Кстати, подожди-ка, смс-ки, Алешка, меня посылают люди, даже не знаю, кто, на твой телефон пришли и на мой.
Какой? Ну-ка скажи. Какой чего? Алексей, не унывай, смело песню запевай. Вот такая одна смс. Хорошо. Вторая смс-ка. Алексей, не грусти, вся жизнь впереди. Так. Хорошо. Вот это вот себе запомнить. От кого хоть? Не знаю, от кого, вот не знаю от кого даже. Не знаю, люди какие-то неизвестные, вообще не поймем. Хорошо, ладно. Так что, в общем, ты понял, что флот подводный весь за тебя. Все отлично. Ну, вот так вот. Калистратов там посылает смс-ки? Калистратов и все. Кто там у нас еще-то скажет? Ему пока не до этого. Не до этого? Еще у нас в этом там где-то. Калистрата назначили на СМП директором, так что не до этого. Подожди, кроме Калистратова, так кто у нас тут теперь? В Москве-то, кстати. А главврачу горбольницы номер 2 города Северодвинска? Кто? Горбольница кто? Главврач горбольницы номер 2. Номер 1. Которому ты ходил-то? Ну да, да, да. Да. А Алеша, он уже сменили его. Он один раз только позвонил и все. Ну вот, звонил. Какая жалость. Так, Алеша, медицина тоже за тебя, все за тебя, и врачи, и медики. А Павел Иванович там как? А? Павел Иванович. Привет от тебя передадим, Павел Ивановичу. Хорошо. Ну что, еще кто? Еще какие приветы от кого? Все, держимся. Завтра все будем на концерте. Хорошо, держусь. Завтра постараемся прорваться. Подожди. Алеша, журналисты мне уже надоели. Ну, ты же так близко играл. Ну, куда еще вставать? Прям вот так вот. По поводу какого выступления? Побывать. Которого из выступлений? Ну, когда ты попал сюда. А, я туда попал. И что? Какие комментарии были? Положительные, отрицательные? Положительные. Все положительные. Все просто, знаешь... Ну, на седьмом небе от счастья, что такой земляк, такая личность. Меня даже незнакомые люди спрашивают, это действительно так или нет? Вот так. Так что клево. Уже какой резонанс. Слушай, ну вы там звезды прямо, да, теперь? Прямо, да, местные личные. Клево. Так что давай, не подводи. Ну ладно. Ну не, подвести-то не подведу, а уж как получится. Раз уж ввязался в это дело. Ну, понятное дело. Подводить он не будет подводить. Я просто говорю, что надо настроиться, что все это... Рано или поздно, когда все кончается. Хорошо, да? Я уже настроился вам. Раньше, чемоданы собрал раньше, уже. Хорошо. Боже, какая чемоданы разница. Уже. Хорошо, чемоданы уже собрал, мам, настроился. Ну, чемоданы, я не знаю, там уже, наверное, все, может, как-то собирают люди постепенно тоже. Кто когда, кто раньше, кто позже. Не в этом уже суть-то, Алешенька. Хорошо. Ну, вот так, я тебе говорила то, что было на юбилее одного человека. Вот, так что ты уже звезда мега. Чего было на юбилее какого человека? Ну, такого человека, который показывали по Первому каналу, что не буду называть заново. Ладно, хорошо. Ну вот, с каким званием человек этот? Ладно, слышишь? Понял. Ну вот так. Все, рад был вас увидеть. И мы тебя тоже. Алеш, мы очень хотели туда прорваться, с тобой пообниматься. Так не, ну что обниматься-то уже сколько времени? Завтра пообнимаемся. Завтра пообнимаемся? Вас пойдем во сколько? Может быть, и вместе домой поедем, чего вы переживаете? Платочки носовые готовить или нет? Готовьте, конечно. А? Никогда не помешают. Да, ну, в общем, я тебе говорю, Алёш, ты вот этот сам подумаешь, что как Богу угодно, так оно и будет. Да, хорошо. Уже, когда, раньше, когда, какой срок уже, раньше, позже, это уже не так. Хорошо, будет. Хорошо. Ну, давайте, вы-то, главное, не переживайте. Ну, ладно, ну что, мы уже все уже, что могли, да, уже все пережили уже, по-моему. Ну, все, отлично. Тогда до встречи, до завтра. Во сколько завтра поднимаетесь? Подъем. 8:00. А какой как режим обычно на завтра? Ну, 8 встаем, в 9 трун, и там будем. Куда сразу в 9? Ну, там, в Останкино. В 9 утра? Да. Зачем так рано? Ну, в 10 начало репетиции. Боже мой. Это целый день репетировать, что ли? Ну, по очереди же. Ну да, какой может, много очередь? Же номеров. А обед когда есть какой-нибудь? Ну, там привезут часа в 2. Покормят даже вас там? Или нужно что-то самим еще варить? Нет, там кормят. Там привозят. Это уже хорошо. Ну да. Так что давайте, не переживайте. Давай, до завтра. Все. Ну, давай, сынок, целую, обнимаю. Да я уже закрепился. Закрепился уже. Ага. Ну все, пойдем. Все, сыночка, давай, спокойной ночи. Все, давайте, спокойно. Целуем тебя. Куда поедете? Куда поедете? Куда поедем? Сейчас выйдем, так решим, сейчас куда поедем. На транспорт повезет, куда пойдем. То есть вы еще и на личном транспорте, да? Да. Здорово. Все, давай, пока-пока. Целую. Счастливо, Алешенька. Целую. Пока-пока. Пока.